Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй. Продолжаем играть в ХКР 2. Так, забираем свою награду. Защитная арматура, амортизаторы прыжков, усиленная турбо. Так, результат сезона. Ну что, у нас, по-моему, осталось на месте, да? Третий дивизион, выше мы никуда не поднялись. 519 тысяч монет. Как ты видишь, не добрался я до 50 тысяч кубков. Почему-то у нас здесь не обновляется. Интересно, почему? Почему не идет обновление, друзья мои? Новый месяц, новый сезон, а у меня все почему-то по-старому. В черепашках ниндзя тоже ребята не исправили ни арену, ничего такого нету. Я даже не знаю, что делать. Так, а в команде-то что у нас? Так, 22 уровень сундука. Ты посмотри, эпический ускоритель на супербайк выполнен. Так, и здесь еще результаты. Победили. Слушай, ну я тебе скажу, это, по-моему, самый наилучший, ребята, у нас счет. Красавцы, молодцы, молодцы. Блин, смотри, я новую физиономию зомби нашел. Спойлер на ККМ-ку. Круто. Водитель автобуса, редкая. Шикарно. Вот это да, вот это вот называется, ребята, отличные подарочки на Новый год. Так, ну что такое у нас? Новый сезон. Ну, я понял, превосходно. Так. Ребят, правда, у меня сейчас поздно. Я говорил, что я несколько суток не спал. Перед Новым годом и после Нового года. Вот. Потом рухнул и практически два дня проспал. То есть практически все выходные свои я проспал. Я все профукал. Черепашки не доделал, и это не доделал. В общем, такая вот трабла получилась. Ага, вот, ребят, новый сезон. Все, все обновилось, все прекрасно. Так что сейчас поедем. Мы поедем, мы помчимся, как обычно, за 3000 кубков. Жалко, ух, смотри, какая крутая физиономия. Блин, жалко, что она мне не достанется. Видишь, да, сколько времени сейчас в данный момент? 2 часа 20 минут ночи. День с ночью, как всегда, я попутал. И теперь буду мучиться. А завтра? А завтра мне, ребята, уже с утра идти на работу. Вот такие вот выходные нелепые получились у меня. Новый год на работе. Отметил. Отметил. Ну, ребят, в принципе, я не жалею, я ничего не потерял. Для человека, который не пьет и не любит веселиться именно на Новый год, особых потерь нету. Так, что я хочу? Что тут елозю? Я, во-первых, хочу, ребят, начать гонку, в конце концов. Это раз. Во-вторых, давай-ка мы поменяем водилу. Это два. С новыми, так сказать, сразу физиономиями. Зомби. Так. Вот, бороду. Правильно, с бородой будет у нас зомби. Офигеть, зомби. Зомби-водитель. Вот как я его назову. Точно, ребята, зомби-водитель. И хотел докачать нашу машинку. В данный момент это у нас... Вот так. Лихач, а ты сегодня у меня прокачаешься, а? Наверное, нет, ребят, не хватит. Слишком дорого все это стоит. Удовольствие, ты посмотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут еще качать, качать и качать ее. Ладно. Ну, а я пока поехал. У меня восхитительные диверсии на носу. Пойдем их выполнять. Начал ты, конечно, нормально, но... Куда ты? Сейчас по башке же получишь, не? Что с моей машиной? Почему он нанесет как сумасшедшие? А этот на своем форсаже так и хочет, да, ребята? Обогнать меня. Если бы я там не врезался, то, конечно же, байк обогнал бы. Как пить дать? Кто такой байк? Или что такое байк? Байк это... Ладно, не буду, ребята, ругаться. Вы мне писали, Рэй, не обзывай там никого, потому что каждая машина индивидуальна. Естественно, каждая машина индивидуальна. Но я в данный момент хвалю только ту машину, на которой еду сам. Так, наверное, каждый поступает. Зачем кого-то расхваливать другого? Блин, знаешь, что я тебе скажу? Что новый сезон у меня как-то начинается не очень хорошо. Там приехал третьим, тут приехал третьим. По итогу я вообще сейчас могу сфейлиться.
Что-то с моей машинкой не то. А вот что с ней не то? По-моему, все норм. Да этот он, дурик, на своем форсаже уже достал, если честно. Так, давай-ка без подлетов. Ты смотри-ка, как я его, а? Опередил. Итого у меня 6 очков, и в итоге я первое место занимаю. Зомби-водитель красавчик. Так, столичный кубок. Ребят, столичный кубок я, наверное, поеду на моей супер-турбо-феррари. Поехали. Че там байкер дурачится, я не могу понять. Так, 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 так. Сзади Порше. Сзади чувак на Порше шпарит. Вот я сейчас посмотрю, как он тут будет прыгать. А че ж ты не прыгаешь-то, а? Засранец мелкий. Сразу такой хоба на по тормозам. Ну, я именно про байкера говорю. Ага. Боится, когда страшно, правильно. Ой-ой-ой, давай сюда не полетим. Не хочу. Угу. Блин, сейчас врежемся, да? Ну, ребята, это стандарт у меня. Это просто стандарт. А я ничего с этим сделать не могу, к сожалению. Вот объясни мне, как вот этот вот обдолбыш умудрился, ребята, еще и приехать первым? Вот как? Почему он, в отличие от меня, не врезался? Да потому что он знает эту трассу, ребят. Они все это запоминают, а мне это неинтересно, запоминать трассы. Я еду как в первый раз. Я не настолько заядлый, ребята, гонщик. Ух, чтобы это все запоминать. Опля. И полетел вниз. Так, ну что по итогу? По итогу, друзья, я занимаю первое место. И у нас шахты. Шахты, тоннели и всякая прочая ерунда. Ух! Ух, как ты патриотик. Идиотик, рванул ты. Я не легче. Вот правильно, каждый этот надо. В каждую штуку нужно врезаться, друзья. Вообще, эта трасса предназначена, наверное, больше все-таки для тихой езды. Потому что очень много прыжков. И если у тебя нету крыши на машине, то, поверь мне, это моментальная смерть. Особенно для таких, как Супер Дизель. Так как у него, по-моему, если не ошибаюсь, ребята, у Супер Дизеля крыши нет. Ты видишь, что он сделал? Он уже заранее начинал заныр делать. Потому что он знает эту трассу. Я именно про супер тачку вот эту вот. Потому что он уже заранее начал туда запрыгивать. Правда, он переборщил и перевернулся. Поэтому он там и отдуплился. Видишь, почему супердизель так делает? Потому что ему только лишь передом, ребята, можно врезаться. Если он врежется крышей, хана мандрыга ему будет. Сразу отдупляется. Сразу же. То есть крыша в смятку, его там давит, и он проигрывает. Так, ну а мы, как обычно, едем потихонечку. Так, защитная арматура, прыжки, форсаж. Здесь магнит, колесный ускоритель. И здесь защитка и колесный ускоритель. Ну, на танк. Горные мосты. Горные лаванды. Поехали. Нечего тут, как говорится, рассусоливать. Так, ага, я понял, он на амортизаторах плюс крылья. Стандартная классика. Он, по-моему, немножко, ребята, профукал вспышку. Как-то ты такой здоровый. И он даже, ребята, не врезался ни во что. У него, смотри, у него нету крыши, ничего. Ты видел, как он там проехал? Там потолок ниже, чем, извини меня, сопли у гнома, ё-моё. И он все равно, ребята, как-то умудрился там проехать. Вот щербатый, а? Или горбатый. Кто он там, я не знаю. По натуре-то, по своей. Ну нахрена ты, ну вот это. Ой, дуст, ну ты дуст. Таких дустов еще надо поискать. Да ладно. Фига себе. Вот это нежданчик. Даже для меня, ребят, нежданчик. Я думал, что. Ну ты видел, как это начал барахтаться.
добарахтался твою налево. И тем не менее, ребят, я занял первое место. Ну нафиг надо было переворачиваться, я не понимаю. Так, это у нас кубок езды по ухабам. Да я уже понял, понял. Я же вижу, что тут у нас. Да. Там была вертушка, но, видишь, она почему-то обделалась под конец. Ближе к финишу я даже ее не увидел. Будем честны. Смотри, я на заднем колесе не хуже, чем он тут езжу. Вообще по красоте. Даже вертушка тут меня не смогла обогнать, потому что я показал... Ай, без идеального старта. Без идеального старта ты уже сразу же, ребят, теряешь. Ну, процентов 30 к скорости буста. Но все равно у меня получилось вырваться вперед. Хе-хе-хе. Найс. Так, зомби-водитель меня пока не подводит. Так, амортизатор прыжков. Давай-ка вот это, наверное, мы с тобой вскроем. Легендарный топливный ускоритель. Угу. Так, ну что, тут до 3000 кубков осталось. Шиш да не шиша. Как в комментах писали, Рэй, хорош ездить на раллийном авто. Я сам, ребят, понимаю, что хорош ездить, поэтому я начинаю потихонечку прокачивать еще новые машины. А в плане, эй, засранцы, вы как так сделали? Почему-то я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да куда ты, Рэй? Ой, все, все, ребят, все. Запоганил гонку. Че со мной? Я вообще так никогда не ездил, ребят, как сейчас вот в данный момент еду. Наипаршивейше вообще. Во все, что можно, врезаюсь. Ой-ой-ой, очень-очень безобразно еду. И вот еще надо было же... Вот еще же надо было мне въехать-то, а? Ладно, хотя бы вторым. Тут одна гонка была всего лишь. Второй, да. Блин, когда ты второе место получаешь, ты вообще еле-еле продвигаешься. Практически не двигаешься. Практически, ребят, вообще не двигаешься. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Велосин, хорош. Че я делаю, ребят? Че я делаю? Я фартовый малый, да? Сейчас дофарчусь. Блин, вот это здорово получилось. Прям, ребят, на передке ехал. Уже практически готов был к перевороту. Взял еще горючку, думал, ну это вообще сейчас будет трэш. И я в этот момент выравниваюсь. Это, конечно, что-то с чем-то было для меня. Давай, Рэйчик, ну. Ну, вон, видишь, с этой, с роликой там. Со второй. Соревнуемся. Ну, байк, понятно, меня тут обогнал. Даже... Это даже не обсуждается. Причем обогнал как стоячих. Давай, перевернись, охламон. Вот как этому гаду повезло, а? Вот как ему повезло, ребят? Нет, вот он опять займет первое место. Не знаю, он там близко очень был к тому, чтобы сдохнуть. Ну, не знаю, что ему тут... Сейчас посмотрим, как он здесь будет прыгать. Скакун несчастный. Где там этот бейкеришка-то? Утроба, а? Где? Покажите мне его. Блин, ну тебе-то тут не хватало тока. Уйди прочь. Нечистая. Так, 10 баллов. Ну и что? Я, ребят, первый опять. Я опять первый. Ну, что там у нас? Зимние шины на моноколесо. Вы серьезно? Я прям мечтал получить зимние шины именно на моноколесо, ребят. Это была мечта моих, не знаю, моей всей жизни. Получить, в кавычках, конечно, а то сейчас подумаете, блин, Рэй, ты что, совсем сбрендил? Любитель моноколеса. Я его ненавижу, ребят. Это самый наихудший вид транспорта, который есть в этой игре. Моноколесо. Это так, чисто для стёба. Чисто поприкалываться. Я ни разу, ребят, на нем не проехал нормально.
И я больше чем уверен, что нет таких людей, которые на нем делают какие-то рекорды. Я бы просто хотел бы посмотреть, если есть, кто ездит на нем очень там шикарно, или, ну хотя бы даже хорошо, то можете мне оставить там ссылку, я гляну. Чтобы на моноколесе, да еще и делать какие-то трюки. На нем невозможно, ребята, если даже чуть-чуть врежешься, все. Чуть-чуть там ты тронул носом землю, понюхал, поцеловался, все, тебе крышка. В общем, короче, бред полный. Вот хотелось бы мне, конечно, в городе погонять на мотоцикле, но я прекрасно знаю, что здесь будут у нас узкие места, где байк просто, ребята, размажется. Да я вижу, что там сзади едет у нас. Вот они мне не дают. Не дают, ребята, здесь нормально покататься. Мне приходится постоянно, ребята, притормаживать. Потому что эта машина может легко перевернуться. Особенно, когда она в этом... После прыжков. Вон, видишь? Аникнейм. Куда он там сиганул? Он разбился, по ходу дела, этот Аникнейм. О-о-о. Что? Что? Что это было, ребята? Я не знаю, как это назвать. Вот честно тебе сказать, я не знаю, как это назвать. Я был на волосок, ребята, от гибели, как видите, я уже на крыше был. И потом вдруг по какому-то велению судьбы я с этой крыши перевернулся. Опять на колеса. Даже не знаю, как это и прокомментировать. Никак иначе, как удача. Это удача бога гонок была. Благоволила мне. Я еще и первым, ребята, стал здесь. Вот так вот. Бог машинного масла нам помог. Так, защитная арматура, это все понятно. Здесь у нас тяжеловоз и ускоритель. Так, что, у нас кубок городская вода? Опять что ли? Так, здесь, насколько я помню, ребят, здесь нам надо аккуратно быть. И здесь же вода. И главное занырнуть. Ты смотри, чувак тоже на Порше, как и я. Кстати, сейчас вот есть очень хороший вариант сравниться нам с ним. Все-таки я вырулил здесь. Я здесь, ребята, был молодцом. Я думаю, многие со мной согласятся. Здесь отлично. Все такие бум-бум-бум-бум. А этот все-таки заехал, да? А это все-таки, друзья мои, заехал там наверх, я смотрю, на вершину Олимпа. Круто. А что, все остальные поддуплялись? Нет, этот приехал хлыщ, но он приехал последним. Так, давай. Это у нас последняя гонка, да? Третья. Оу. А вот здесь вот интересно было, как тут так... Смотри, я, кстати, его на... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ведь раньше я, ребята, сюда заезжал. Перепрыгивал я. Да. 7 баллов. То есть первое место, ребят. Почему на последней гонке я так сдулся? Непонятно. Ну что, ребят, фабричный кубок. Ой. Твою налево, я машину не поменял. Твою налево, блин. Фабричный кубок, блин, на... Ну что ж поделаешь. Придется, ребята... Ёпрстых, завязывай, парень. Давай, гони как никогда. Молодец, красавчик. Здесь мы с тобой сделали этих супостатов, вражин наших. Давай двигаться дальше. Так, ну правильно. Надо же каждую кочку пересчитать тебе. Тебе же не имется рейчик, вот, да? Ай. Ай, ай-яй-яй, вот я этого и ненавижу. Вот эти вот супер его, блин, прыжки. Он как мяч, как воланчик прыгает от доски. Прыг доску. Так, повернуть рычаг. Какой ему еще рычаг нужно повернуть? Еще, ребята, один такой вопрос спрашивают. Рэй, на каком эмуляторе ты играешь? Отвечаю, ребята, я играю на практически всех эмуляторах. На LCD-плеере, на Noxy, на BlueStacks. Наверное, все эмуляторы, которые есть, на них играю. Потому что... не каждая игра пойдет на одном эмуляторе.
То есть я не могу на одном из эмуляторов играть все игры, которые идут. Во-первых, разные версии эмуляторов поддерживают разные версии игр. Поэтому, ну, в приоритете у меня BlueStacks. Да что ты, твою налево, блин, опять забыл поменять машину. В приоритете BlueStacks, то есть на ней я играю большее количество игр. Потом у меня идет Nox. Нет, потом я вру, идет LCD Player. Точнее, не LCD, а LD Player. И потом идет у меня Nox. Наверное, так будет правильно. И в конце, по-моему, завершает круг это мему. Да, вот так вот будет правильно. Так что все эти эмуляторы, они бесплатные, можете скачивать и играть в ваши любимые игры на ПК. Так, ну что, слушай, я тебе знаешь, что скажу? По-моему, по зимовке у меня эта тачка просто зажигает. Мне показалось, она даже мощнее, чем раллийное авто. Знаешь почему? Потому что на суперкаре у меня тоже прокачаны колеса, ребят. А может быть из-за того, что я в первый раз еду зимой на суперкаре, и поэтому мне дали легких противников. Такой, кстати, вариант тоже может быть. Но едет она, по-моему, очень даже неплохо. Да? Ты сам все прекрасно видел. Так, 2000 монет. Окей, спасибочки. Так, давай-ка мы, наверное... Да, подожди ты. Вскроем, как говорится, сундуки. Посмотрим, что нам тут. Форсаж на байк. Я, ребят, не представляю, если форсаж поставить на байк, как он там будет нестись. И в то же время не забывай, что он может... У него идет очень большая трата. У него идет большая трата горючего. Так, плюс еще не забывай, если он куда-то влетит на этом форсаже, ох, костей, я думаю, ты уже точно не соберешь. Так, куда мы там? Угу, я вижу. Да что такое-то? Вот он начинает ехать нормально, потом вот у него начинается, я не знаю, какое-то просветление в мозгах, и он начинает резко снижать скорость. От чего это зависит? Я не пойму. Может быть, после форсажа, точнее, вот этого ускорения, у него платы там перегреваются или что? Я не знаю, как это объяснить. Он тот чмо, как он мог перепрыгнуть, а? Вот объясни мне. Что такое, Давидушка? Зашибись, у него еще и сработало это. Как он объясняется? Я не знаю, как он, ребят, так полетел. У него крыльев нету, как он так, извините меня, скоростнул? Он стоял на месте, просто стоял на месте, что-то там пережидал. И вдруг он резко полетел. Нафиг. Ёпперс это, да что ж такое-то? Зашибись, конечно, он в горки-то заезжает. Да, и здесь вообще сдулся, блин. Не знаю, как такое может быть, стоять на месте, потом вдруг подлететь и перелететь чуть ли не полкарты. С места рвануть. Без крыльев, ребята, без всего. Не веришь, посмотри внимательно сам, что там произошло. Ну тут я тупанул, блин, хуже некуда. Блин, какие эти все-таки у скины есть, вот эти вот прикольные, ребят, на тачках, да, там броневик аж целый ехал только что. Вон, смотри, впереди меня. Просто, ребята, броневик едет какой-то. Последним, блин. Знаешь, вот это вот очень сильно сбивает тебя с нормального темпа езды, когда ты видишь впереди себя противников. У меня, по крайней мере, так, ребят, происходит. Я их вижу, у меня начинается какая-то, блин, я не знаю, там какая-то паника. И я начинаю... Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Ну куда ж ты, блин, твою налево заехал-то? Ах.
совсем не то хотел я сделать. Совсем, ребят, не то. Пипец, по-моему, у меня тут последнее место. Мне надо было въезжать в среднюю. А у меня, видишь, что получилось? Он мне еще ускорение подал, и я перелетел все, что мог. Вот так вот это произошло. Хотя ехал, блин, чуть ли не первым. Понятное дело, тут валунье. Все с ним целуются. Да какого лешего-то ты, блин, вырываешься вперед? Ты вот объясни мне. Я не знаю, ребят. 4 балла. 4. То есть я последним. Отъезжаем назад. Вот такие вот, ребят, петрушки получаются у нас. Фига. А парень-то куда там полетел? В Поднебесную, что ли? Я не могу понять. Там вертушка улетела, извини меня, фиг знает куда. В Поднебесную. Да, я ее не вижу. Я думал, что она, ребята, там... А как он так взлетел-то? Вот он там полетел просто... А, он еще, видишь, на чем едет? Он, ребята, еще едет на форсаже. А ты знаешь, вот кто-то мне писал в комментариях: Рэй, ты неправильно приземлился. Тут дело не в том, что неправильно. Если бы у меня было бы ускорение на идеальном приземлении, да, это бы как-то влияло. А в нашем, именно в нашем случае, приземление, оно вообще никак не влияет. Так, я вниз. Неужели он перелетит? Точно, ребята, он перелетел. Но он, по-моему, там и размазался. Может быть, конечно, мне показалось. Или мне хотелось бы этого, чтобы он размазался. Ну, я первым приехал. Так, ну сколько нам еще тут? Гонка другая и все, да? Наверное. Так, едем, 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 едем. Я офигею, я половину пути провел в воздухе. Сергуня какой-то тут. Ну вот это что такое сейчас? Пипец просто, ребят. Видишь, у него все-таки, да, у него проблемы, ребята, именно. Ядрен матрен. И каким приехал я? Третьим. Третьим, по-моему, ребят, действительно пора убирать эту тачку в какой-то в дальний, я не знаю, угол. И уже без нее. И уже ездить без нее. Любую другую брать. Все, по-моему, раллийное авто, ребят, у нас начинает сдавать позиции. Или просто ее нужно прокачивать. Я не знаю, что, как еще объяснить. Зимний кубок. Ну давай попробуем зимний кубок проехать вот на этой. Просто мне вот интересно знать. Просто посмотреть, как мы тут проедем этот зимний кубок. Проедем ли вообще. Так. Пока вроде все нормал. Ну, понятно, что он тут летает, как обычно. Ну, ладно, первую гонку мы проехали хорошо. Тут уж не поспоришь. Ну, первая гонка, наверное, на то и первая гонка. Вот. Вот как она сейчас у меня так... Ой. Что это я там сломал? Какой-то мостик, парабрик непонятный. Давай аккуратненько. Аккуратнейшим образом. Ну, здесь тоже хорошо. Но, опять же, делаем скидку на то, что это первая гонка именно на этой машине. Поэтому, наверное, противники здесь не самые сильные идут. Скорее всего, так. Пока другого объяснения у меня нету, ребят. Я поехал вниз.
Ох. Ну, если ты, Рэй, так дальше будешь, блин, косипорить, то первых мест тебе вообще не видать никогда. Что уж тут говорить. Так, места больше нет, да? Для сундуков надо пооткрывать. У меня, кстати, скоро алмазы кончатся. В миле шахтеров. Попробуем, ребята, в миле шахтеров. На суперкаре. Я, честно говоря, не особо. Да не то, что не особо. Я вообще никогда не ездил на этой машине тут. Что ж тут греха таить. Фига там. Да. Ну этот сварщик. Сварщик, видимо. Вот зачем я так сделал? Ну вот зачем ты так сделал, твою... О, Квазимода. Поздравляю тебя. С почином, блин. А я третьим еду. Потому что меня кто-то там еще обогнал. Кириту какой-то. Я понял, что это за Кирита. Целуемся со всем, что есть и нету. Так, сварщик, не хочешь мне уступить место первое? Нет, не хочет. Или хочет? Хочет. Сварщик сдулся под конец просто, ребята. Просто, ребята, он сдулся. Я эту гонку сейчас... Ой, эту гонку. Эту машину сейчас буду тестить по всем этим. Все, дотестился. Ну нафига ты влет... Ну ты сейчас видел, ну? Ну ты лети, ты... Не, без крыльев тут, конечно, вообще прошиво, ребят. Ну она летает, но я не могу просто ей на ней играть, ребят. Она очень летучая. Чё там просили меня отключить на ней? Я уже не помню, что-то там просил кто-то меня. Отключи, говорит, на ней. Что-то просили отключить, чтобы она не так не сильно не порхала. В ноль, типа, выкрути, и будет все тебе нормально. О! Нормально, кстати. Вот сейчас вот отлично, ребят, получилось. Я думал, что... Нифига у меня не выйдет. Но здесь, слава богу, первое место. Отлично, шикарно. Нет, еще, видимо, гонка. Ну, сельский кубок. Друзья мои, сельский кубок вообще-то лучше надо было здесь, наверное, нам прокатиться, попытаться на байке. Как по мне. Потому что тут слишком что-то моя машина тут. Смотри, тягач, а. Смотри, какой назойливый. Ты как назойливая муха. С какой-то игры, я не помню, ребят. Или это из мультики из какого-то? Ты как назойливая... Нет, это из какой-то игры. Потому что он этим все время говорил, меня этим раздражал. Ты как назойливая муха. То ли это босс какой-то там сжужжал. Так, ладно, хорош, ребят, тут рассусоливать. Нам надо поднапречься, потому что сзади целая шобла бежит. Все, все, мы с вами заняли тут нормально. Петля 9. Ну, давай, да что с тобой не так-то, я не понимаю, ребят. Вот начинается вот это вот. Пипец, третьим. Просто обделаться на месте. Да. Так, ну что же, взяли мы с вами, ребят, 3000 кубков. Так, магнит, ускоритель фляг. Здесь крылья, стартовый ускоритель. В приключениях у нас кисляк, да? Застойное болото. Че, поехали? Попробуем одну гоночку прогнать. На кисляке, блин. Ну что ты?
Ага. Да выежился. Крокодил тут еще. Ух, ё. Я бессмертен. Я бессмертен, блин. Получил достижение. Так, что у нас там? Командные гонки, ребят. Поехали. А чё так? А чё так дофига машин-то? Почему так много машин, ребята, было? Я не понял. На выбор. Тут так дофигища, что ли, будет этих гонок? Но я так понимаю, вот это сейчас в данный момент, что мы делаем, это у нас как бы пробный заезд, показатель по времени, да? И уже из расчета вот этого времени тебе дадут противников. Ну, насколько я могу понимать. Что здесь? Ну, какую здесь взять тачку? Я даже не знаю, какую тут тачку взять. Блин. Это же каньон, блин. Каньон, давай так вот сделаем. Надо было на начале действительно брать мне супердизель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же тут все запущено, друзья. Да, он не сможет заехать сюда. Ему не хватит дури, к сожалению. Не, да умирай тогда. Это бесполезняк какой-то просто. Это затуп называется. Так, ну здесь, наверное, я поеду вот на этой штуке. Там на супердизеле кто-то отдуплился. Да, не очень ехать хорошо вниз головой. Скажем так. Вниз головой все равно, ребята, у него меньше скорости получается. Здесь, здесь-то что взять? Ну давай попробуем так. А он там с крыльями, да? Он с крыльями, друзья мои. Так, а это что такое? Это эти, что ли, аттракционы? Точно. Взял я, конечно, да. Я не могу тут даже разогнаться на ней. Ой-ой-ой, зачем? Зачем вот этот прыжок тебе нужен был? Я не понимаю, Рэй. Все? Так, у нас на данный момент, друзья мои, на данный момент 3191 балл. Так, чат отключился. Ну что, дорогие... А, не, погоди-ка, дай-ка я... Что-то игра зависла. Что такое-то, эй? В общем, друзья мои, я не знаю, что с игрой. Что-то она... Все, вроде... Вроде отпустила. Ну-ка, попробуем на байке. Я не знаю, ребят, что из этого получится у нас. Нож парит, я тебе скажу, очень даже неплохо. Именно байк.
О-о-о-о-о, зачем же ты так, Рэй? Надо было аккуратненько, аккуратненько. Ну, да что такое-то? Что сделано, то сделано. Так, друзья мои, ну что, на этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.